Ростовский морг при военном госпитале является одним из самых крупных во всей России. Именно туда уже около года свозят большую часть тел погибших в войне с Украиной оккупантов. Морг рассчитан на свыше 10 тысяч мест. И прямо сейчас он переполнен. Многие родственники погибших солдат сталкиваются с тем, что они приезжают в Ростовский морг, куда, как им сказали, уже привезли тело их погибшего близкого родственника. И там они сталкиваются с тем, что тело погибшего родственника не могут найти. То есть, судя по всему, там, может быть, ли персонал настолько перегружен количеством поступающих тел, что они не могут своевременно внести в какую-то свою документацию, чтобы отвечать родственникам, что здесь или не здесь тело, чтобы быстро найти это тело среди полок, стеллажей. В итоге вот такой некоторый бардак царит в ростовском морге. Подобный ажиотаж для ростовского морга не в новинку. Тела российских военных, погибших в Чечне, хранили именно там, а вскрывали и опознавали прямо на улице. В то время родные погибших часто подозревали, что в морге опознали не то тело. Сейчас, как утверждают эксперты, происходит то же самое. Родственникам, пришедшим в ростовский морг в поисках близких, могут показать совершенно другого человека. И дело не в том, что тело после смерти сильно меняется. Загадочным образом исчезают даже шрамы и татуировки. Темп работы таких заведений, учреждений, он довольно высокий. Никто не хочет лишний раз возиться. То есть, если экспертиза произошла, если какое-то тело определили как родственника, куда удобнее, когда этот вопрос сразу закрыт, тело отправлено, и мы переходим к следующему телу. Бирки с тел слетают, индивидуальные номера путаются, а родственники по итогу хоронят чужих людей. Помимо того, родным порой сложно даже попасть к телу военнослужащего. Работники морга всячески их отговаривают, убеждают, что это не нужно. Иногда даже запрещают, как случилось с Марией, женой оккупанта, пообщавшейся со СМИ. По словам женщины, не взглянуть на мужа, не проверить документы ей не позволили. Экспертизу провели, а значит, и опознавать человека якобы не нужно. К тому же окошко в гробу запотело. В морге не демонстрируют даже фото личных вещей погибшего. Предлагают верить на слово. Могут показать часть ноги или руки. Если российский военный погиб на территории Украины, его кто-то должен собрать, кто-то должен заморозить его тело, опознать. Если заморозить и опознать, ситуация еще более-менее понятна, то забрать возникают прямо-таки непреодолимые трудности. Так российская Миноборона не забирает тела своих погибших солдат. Об этом не единожды сообщала украинская сторона. Поэтому масштабы российских потерь в реальности намного больше.